Всем привет! Меня зовут Айнура Насырова. Я являюсь менеджером интернет-проекта «Экспресс Карьера». В данном видео буду показывать, как проходить верификацию на казахстанском сайте компании Oriflame. Для этого мы зашли на сайт kz.oriflame.com. Теперь заходим в личный кабинет новичкам, который должен пройти верификацию. Убираем всю рекламу. Заходим, опять же, в раздел консультанта. Теперь здесь раздел заказы. И вот внизу есть управление моими документами. Вот здесь вот все ваши данные. И в самом низу есть копия удостоверения личности. Так как мы являемся гражданами РК, Республики Казахстан, у нас есть паспорта, только они загран, а которую внутри страны, это у нас удостоверение личности. Поэтому мы должны загрузить не копию паспорта, а копию удостоверения личности. Для этого вот здесь есть вот «Выбрать». Нажимаем на него. И выбираем то, что мы до этого уже приготовили. Так. Вот здесь он у меня должен быть. Так, не туда зашла. Вот здесь уже подготовлена копия удостоверения. Так как удостоверение двухстороннее, мы его должны скопировать, то есть сфотать с двух сторон и соединить. Соединить можно либо сделать коллаж, либо соединить можно в программе PowerPoint. Ну, я как вариант соединяю в программе PowerPoint, у кого есть компьютер. И все, мы загрузили наш паспорт. То есть удостоверение личности сохраняем. И вот копия удостоверения личности у нас уже загружен. Запрос ожидается обработки. Вот таким вот образом мы проходим верификацию. И вот здесь вот информация. То, что файл загружен. Теперь в течение двух дней файл будет проходить обработку. Если все нормально, то уже будет вот здесь обработано, написано. Все. Вот таким вот образом мы проходим верификацию.